Великобритания ужесточает пограничные правила. С понедельника все въезжающие в страну обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, независимо от того, вакцинированы они или нет. На фоне стремительного распространения омикрона власти страны согласились на такие меры, и действовать они будут минимум 3 недели. Исключение сделано для жителей соседнего немецкого Шлезвиг-Гольштейна, бизнесменов, детей младше 15 и тех, кто недавно перенес COVID-19. Я поддерживаю все меры против коронавируса, все ограничения, которые помогут остановить его распространение. Конечно, многих это раздражает, но эти меры, как мне кажется, работают. В последние дни Дания бьет антирекорды по темпам заражения. С воскресенья на понедельник насчитали более 16 тысяч новых случаев, наибольший суточный показатель за всю пандемию. Еще в начале этой недели омикрон уверенно занял первое место среди штаммов. Датские врачи, как их коллеги из многих других стран, считают, что этот вариант очень заразен, но по большей части не приводит к тяжелым последствиям.